халява. Чтобы получить вот этот вот новенький Treasure Hunter, тебе надо поставить лайк, подписаться на мой канал, написать хороший комментарий плюс свой ID и, конечно же, самое главное, смотреть это видео без перемоток. Я желаю удачи именно тебе, ну а мы идем дальше. Приветик всем, ребята, Кента пока на проводе, и сегодня у нас будет мега-битва! Два ветерана против четверых школьников. И, ребята, прямо в эту секунду я покупаю дигл, потому что дигл — это мое любимое оружие из пистолетов, и мы, ребята, идем нагибать. Играем ровно до 8, играем только Б или лонг. Ну что же, братан, давай, не подкачай, мать моя женщина, офигеть, я минус 2 сделал, вот это нагибатор, вот это я, батька, обалдеть, вот это хорошее начало дня, потому что, ребята, я только что проснулся и сразу всех нагибаю. Ну а вы, мои уважаемые подписчики, прямо в эту секунду поставьте видео на паузу и напишите, как вы думаете, кто же круче и кто победит. Опа, обалдеть, уже минус 3 раздал. Офигеть, офигеть, просто офигеть не встать. Лорд, ты хоть кого-то убьешь сегодня или нет? Или мне сегодня всех убивать? Ой-ой-ой, один на один. Нет, 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 нет. Нет. Ух, у меня даже 100 хп. Ох, офигеть не встать. Ну что же, поехали. Разминируем бомбу. И, ребята, первый раунд будет за ветеранами. Ветераны, батьки. Так, ребята, я покупаю АКР и вперед в бой. Так, так, нормально, нормально. Братан, давай, не подкачай. Ты, короче, чекай лонг, я Б. Давай, договорились. Ля-ля-ля-ля-ля. Ох ты, ё-моё! Слышь, а на Б никого нету, все, походу, обходят, да? Такс. В смысле? А вы чё, по миду ходили? Пацаны, по миду нельзя ходить в рофлите? А как? А как вы тут оказались? Ой. Кто-то потерялся, нормально. Опять кто-то бомбу заложил, да хрен уже бомбу закладывать, уже надоели. И опять остался Рияд. Ох, Риядушка, ну иди, 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 папочка тебя убьет. Наверное. Так, я вижу на минимапе. Офигеть, нет! Патроны закончились, да ну в задницу. Опа, опа, обожаю, ребят, такие видосики, обожаю, когда я побеждаю, 2-0, о да, вы только посмотрите, ребят, самый ценный игрок Кента ПК, нифига себе у меня стата, 7-0, вот и да, вот это я ветеран, я прям настоящий ветеран, мне прям пишут, как обычно в чате, читы офф, ребята, это не читы, это просто скилл, вот вы постоянно меня обзываете нубом, но на самом-то деле, ну, в принципе, я не так плохо играю, как кажется, поэтому не надо меня обзывать нубом, ясно? А ну-ка, убью кого-то, о, попал по кому-то, ох, 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 ох. Так, 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 опа, добрый вечер, я диспетчер, ох, ох, а ну-ка, иди на нож. Ой, ой, СВП. Блин, убили кента! 2-1 мы проиграли. Но, ребята, главное не отчаиваться, потому что мы побеждаем все равно. Ребят, ничего, все окей, все под контролем. Это только начало перед великой битвой. Я опять покупаю мой любимый АКР. И, кстати, знаешь что, лорд, давай покупать гранаты. Мы же все-таки ветераны с тобой. Чем мы как нубы без гранат бегаем? Давай, братан, покупай гранаты и погнали вперед в атаку. А то реально как какие-то нубы. Так, пацаны, держите сюрприз. Офигеть, у меня же 72 хп. Нет, нет. Братан, главное не умирай, я тебя прошу. Просто тебя прошу, главное не умирай. Давай, давай. А, сзади, сзади, сзади. Опа, минус один. Ой, красавчики мы. Ой-ой-ой, мы красавчики. Так, так. Ветераны тащат. Вот это да. Ребят, просто хэштег ветераны тащите. Да сзади, чувак, ну ты рофлишь, ты слепой? Офигеть, если бы не прикрыл твою задницу, тебя бы убили, понимаешь, лорд? Поэтому своей жизнью ты должен мне. Ну что же, покупаем опять гранаты. И знаете что? Я думаю, что в этом раунде можно немножко поразвлекаться. И я себе куплю дробовик. Вот так вот. Да, да, куплю себе дробовик. И попытаюсь показать, кто тут главный на районе. Давай, братан, как обычно, ты лонг, я Б. О, на Б, на Б1, на Б1. На Б1. Да как ты умер? Офигеть, не встать! 3-2! Вот это мы раки! Нас убил школьник. Слышь, лорд, чувак, ты давай нормально играй, покупай себе тоже дробовик, как я. Будем с дробашами гонять, всех нагнем, окей? О, у меня есть тактика, слышишь? Погнали за мной, у меня есть тактика. Братан, братан,
давай, короче, стоим тут. Да-да-да, стой тут и просто ждем, окей? Давай-давай. Так подожди, не за мной прячься, нас же прострелом убьют, окей? За мной не надо. Просто рядышком, рядышком. Теперь смотри, кидай гранату, идем рашить. Опа. Так, не, никого нету. Не идем, не идем. Назад, 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 ко мне. Офигеть, они бомбу положили. Иди сюда, ко мне, вот видишь? Сзади. Ох, я тебя прикрыл. Перезаряжаемся, давай, перезаряжаемся, братан. Не спеши. Вперед в атаку, в бой, бой, бой. Погнали. Я на Б, я уже на Б. Где же эти подлецы? Он крысит. Давай, братан, помоги. Ох, мы красавчики. Вот это мы раздали. Обалдеть, не встать. Братанчик, давай, где бомба? Давай. Ой, вот это мы молодцы, ребят, ну просто за это надо поставить огромный лайк, потому что реально напряженная битва. Потому что в прошлый раз, когда мы снимали подобные видео, то там играли полные нубы. Тут ребята играют явно получше. Тут уже не изи каточка, далеко не изи каточка. Братанчик опять покупает оружие, что я, давай, будем бегать по моим тактикам. Я знаю топ тактики, я говорю, мы не сольемся, отвечаю, давай. Стой тут, братанчик, просто стоим тут, а. Я тебя, потом все будет видно. Давай еще сделаем вот так вот. Ох, блин, я как обычно промахнулся дымом, но ничего страшного. О, идеально, давай. Теперь смотри, ты стой слева, я справа. Давай. Ох, идеально. Я еще гранату кину, мало ли по кому-то попаду. Давай, просто ждем. Идет. Опа, убил. Ай-яй-яй. Нет, братан, ты как умер-то? Алло, гараж. Братанчик, ты че? Ты что мне предал? Опа! Нормально. Тащим. Главное не слиться. Ох, вот это да! Я минус 3 сделал. Обожаю такие эпичные моменты. И я думаю, что самое время сменить оружие на АКР. И опять остался последний противник. И да, черт возьми, мы это сделали. Команда спецназа победила. 5-2! Вот это я сегодня в ударе, я просто в ударе. Я себе купил, ребята, самую обычную медаль. Видите, вот эту самую начальную донатерскую медаль. И я уже начинаю нагибать. Вот у меня такое ощущение, что если я себе куплю следующую медаль, то я буду вообще нагибатором всей Руси. Поэтому, ребята, напишите, пожалуйста, в комментариях, стоит ли мне покупать следующую медаль. Братан, давай опять покупаем гранаты, так же самое, как и в прошлый раз. Покупаем гранаты и кидай дым. Идут, аккуратно. Будь готов. Идут, стреляй. О, убил. Нормально, живем. Братан, главное не слезь, я тебя прошу. Кидай осколочные гранаты кидай. О, меня убили, гранаты при том, вот это я рак. Убили гранаты, лорд, вся надежда только на тебя. Давай, тащи. Ой, 7 хп, нет, мы проиграли. Эх, ну, мы пытались. Лорд, ты что так плохо играешь, у тебя стата 7-7, ты рофлишь, лорд, а ну давай, соберись в кулак, а то в следующий раз возьму не тебя, а тик-така, он получше играет. Пишет ПЖ, го без дыма. Ну ладно, давай без дыма, покупай то же самое оружие, что я, а точнее дробовик. Братан, дробовик, какой АКР, дробовик покупай, погнали. И давай, просто жди тут, вот как я. Да. Давай, вот так и стой, потому что их больше. Время играет на нашу пользу. И меня слепили. Ничего не вижу. Ой, как попали. Ой, как больно. Братан, отходи назад. Назад отходи. Назад отходи. Сейчас сдохну. Убили кента. Эх. Все, короче, да ну задницу эти дробаши, потому что нам с ними не везет. Братанчик, покупаем теперь только АКРы. Давай. Покупаем АКРы и погнали в атаку. Давай, только АКРы и давай за мной, братан, ты где? За мной, у меня есть топ-тактика, отвечаю. Просто топ-тактика, они еще офигеют. Давай. Смотри, кидай гранату так же, как и я, и погнали. Погнали, они еще не видят. Опа, минус один. Ё-моё, меня убил Эдик. Лорд, пожалуйста, прошу, не спеши. Давай. Второго убей. Второго, на нож. Ой, красава, лорд, просто лучший. Давай, братанчик. Перезарядись. А, ты уже перезарядился? Давай. Ой, красава, просто лучший. Блин, все-таки, лорд, я извиняюсь, что на тебя наехал, ты играешь, в принципе, хорошо, красавчик, просто лучший, просто в одного вынес всю тиму. Ну как, я одного тоже убил, но не будем мелочиться.
Братан, покупаем опять АКР, потому что я понял, что дробаши против четверых это как-то шляпно. Поэтому давай, покупаем АКР и вперед в атаку. Смотри, делай так же, как я. Давай, да. Подожди, и я кину. Стой, стой, стой. Не иди, сейчас тебя слепит. Да ну в задницу, опять меня убили. И опять с гранаты. Ну все, это походу фиаско. Или нет? Да, это фиаско. Эх. Окей, я понял. Главное не спешить, а то как обычно, ребят. Знаете, вот есть такая пословица: поспешишь, людей насмешишь. Вот это как раз про меня. Все, спешить не буду. Медленно, но уверенно буду идти рашить команду террористов. Братан, давай, опять иди за мной. Просто иди за мной, окей? Давай, я на тебя надеюсь. Давай, погнали за мной. Так, так, так. Так, все, справа, чекай, справа, они тут, ну, стреляем, стреляем, стреляй, стреляй. 6-5. Радует только то, что мы побеждаем. А ну-ка. Ой, братан, они все на Б, походу, да? Ну как ты так быстро умер? Ну ты рофлишь. Опять я один против троих. Йо-хо-хо, как мне страшно. Так, 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 потихонечку, медленно, не спеша, нас обходят очень плохие новости. Фух, я перезарядился, это, ребят, очень хорошо, что парень промахнулся по мне. Нет, 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 чувак, пожалуйста, умри. Офигеть, и опять остался один Рият. Рият, пожалуйста, прошу тебя, не убей меня, не убей меня, я хочу жить, я хочу победить. Так, ребят, главное взять всю волю в кулак, медленно, не спеша. Просто взять и убить. Так, Кент, Кент, не волнуйся, ребят, хэштег Кент, не волнуйся. Ой-ой-ой, он где-то тут стрелял. Это, ребят, очень плохие новости. Он где-то тут, он тут, он тут. Ай-яй. Да, детка, да, да, 7-5. И смотрите, у меня остался всего лишь один патрон. Ха-ха, яру. Всего лишь один патрон остался, прикиньте, да? Вот это совпадение. Ребят, если вам нравится подобный формат, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. И самое главное, не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайк и писать хороший комментарий. Ну что же, поехали. Братан, если мы сейчас выиграем, то это просто победа. Это будет круто. Давай, мы должны победить. Я в тебя верю. Давай, давай, братан, чтобы... Давай, чтобы не слился. Ну убей, чувак, ну ты... Офигеть, как так быстро слился? Ох, ё-моё, ё-моё, у меня управление заело. Фух, разъело. 7-5, я побеждаю. И у меня 10 хп. Ой-ой-ой, ох, как же нежелательно, чтобы по мне кто-то попал. Ох, как нежелательно. Опа, опа, опа. Я побеждаю. Я побеждаю. Я уже минус 3 сделал. Блин, ребят, ну если я сейчас убью четвертого, то вы просто обязаны поставить огромный лайк со второго аккаунта. Так, ну что, поехали. Ля-л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 я. Опа! Не ожидал кента! Да, ребята, и это победа. Офигеть, как это круто. Пожалуйста, ребята, прямо в эту секунду поставьте огромный лайк, потому что ветераны победили. Я сегодня был просто в ударе. Также, пожалуйста, напишите хороший комментарий, подпишитесь на мой канал, также подпишитесь на мой второй канал, ссылочка есть в описании. Ну а с вами был ваш Кент АПК, всем удачи и всем пока. Пока-пока!